Вот Сайфулла Кади, Башларов, который был муфтим Кавказа, он был. Он Джамиатуль Азхар, он окончил университет. Он был таким медиком, он сколько языков знал, на разных языках он писал медицину. Он потратил 300 рублей, когда один бык стоил 3 рубля. Вот 100 быков, если продать, сколько денег будет? Вот столько денег он потратил для того, чтобы найти самого поминающего человека Аллаха. Вот на этой земле, кто больше всех поминает, он столько денег потратил. Почему? Потому что он понимал, его ильму, его ибадат, это все ему не даст полноценный иман. Так же сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Умар, радиаллаху анху. Он же верит в этот хадис. Поэтому он по всему миру искал. Он и в Египте был, там не нашел он. Он же там окончил университет. Какие большие шейхи были, перед которыми он учился. Не о них речь идет. И где хоть он не был, он нашел такого человека в городе Троицк. Зайнулла Шарифи, рахимахуллах. И он к нему вступил под его опеку. Полюбив его, он стал поминающим Всевышнего Аллаха человеком. Поэтому у нас есть с кого брать пример. Тот, кто на самом деле переживает за свою религию, пусть он так вот полюбит хороших людей, и Аллах даст ему понимание. Вальхамдулиллях Раббиль Алямин.